Ну, у него тоже сейчас не очень хорошие времена. Он ушел с поста большого начальника. Друзья как бы старые отвернулись от него. Значит, это были не друзья. Да, Вы знаете, я ему тоже если говорю. отворачиваются от вас в трудную минуту, значит, вот все эти были не друзья. Это были просто попутчики, которые хотели погреться в лучах вашей славы. А настоящие друзья никогда, никогда вас в беде не бросят. Правильно, Люся? Абсолютно, абсолютно. Это естественная фильтрация, а?